Оплатить коммуналку, разобраться в начислениях, получить квитанцию жители Левобережья теперь смогут рядом с домом. В микрорайоне планируют открыть отделение ЕРЦ. Помещение выбрали давно, но средства на обустройство не выделялись. Сейчас члены общественного совета «Химки. Интересно жить» инициировали ремонт помещения. В домовых чатах неоднократно обсуждался этот вопрос, что жителям не всем удобно ездить в старые «Химки». Поэтому я, как член общественного совета проекта «Химки. Интересно жить» и член общественной палаты, обратились к главе городского округа Химки Дмитрию Владимировичу Волошину с просьбой ускорить решение данного вопроса. На просьбу откликнулись, были изысканы внебюджетные средства. На данный момент в помещении заканчивают ремонт. Ремонт помещения ЕРЦ производился силами жилищника. Были покрашены стены, восстановлены потолки, освещение, заменена плитка там, где она была разбита. И, соответственно, сейчас вот еще остались мелкие штрихи. Это вторые контуры окон будут отремонтированы, и помещение будет полностью готово для приема жителей. Открытие нового отделения ЕРЦ Левобережный запланировано на март 2021 года. Посетить его можно будет по адресу Зеленая, 13.